На конкурс дети читают стихи. Васин Никита, 9 лет, город Дзержинск. Эдуард Осадов о скверном и святом. Что в сердце нашем самое святое, навряд ли надо думать и гадать, есть в мире слово самое простое и самое возвышенное — мать. Так почему ж большое слово это, пусть не сегодня, а давным-давно, но в первый раз ведь было кем-то, где-то, в кощунственную брань обращено. Тот пращур был и темный, и дурной, и вряд ли даже ведал, что творил, когда однажды взял и пригвоздил родное слово к брани площадной. И ведь пошло же, не осело пылью, а поднялось, как темная река. Нашлись другие, взяли, подхватили и понесли сквозь годы и века. Пусть иногда кому-то очень хочется хлестнуть врага словами, как бичом, и резкость на язык не только просится, а в гневе частенько произносится, но только мать тут все-таки при чем? Пусть жизнь сложна, пускай порой сурова, и все же трудно попросту понять, что слово «мат» идет от слова «мать», сквернейшее от самого святого. Ну, неужто вправду за свою любовь, за то, что родила нас, растила, мать лучшего уже не заслужила, чем этот шлейф из непристойных слов? Ну как позволить, чтобы год за годом так оскорблялось пламя их сердец? И сквернословом всяческого рода пора сказать сурово, наконец. Бронитесь или ссорьтесь, как хотите, но не теряйте звания людей. Не трогайте, не смейте, не грязните ни имени, ни чести матерей.